Сейчас я хочу пролить вот эту дорожку с гравием раствором, чтобы трава не росла. Именно это надо делать под солнцем. А вот лейка. На эту лейку сейчас расскажу, что нужно сделать. Нам на вот эту лейку нужно стакан соли. Иди, косточки тебе. Тебе здесь нечего делать. Так, стакан соли. И что немаловажно, стакан уксуса. С уксусом осторожно. А где здесь написано 70%? Что у меня не открывается? А, все. О, запашок пошел. А ну слушайте, здесь стаканы получилось. Нет, я, наверное, полстакана вылью, потому что мне не хватит. Это я оставлю. Так, никто это, из этого стакана не это. Это уксус на вторую лейку. Ну вот все вот таким образом проливаете дорожку. И мы сейчас посмотрим результат. Через дня 3 должно все завязать. Получилась чашечка укропа. Вот такая чашка получилась шпината. Ну и здесь листья смородины и малины. Кстати, смородина вообще пахнет обалденно. А вот листья малины вообще какого-то запаха такого определенного не имеют, как ни странно. И вот так вот нарезанное укладываем в сушку. Потом следующее отдел вот так вот ставим. И сверху и так несколько вот отделов. Ну, рукколы мы все утрамбовали. Укроп что-то решили не резать. И так сойдет. Все. Все утрамбовали. Включаем, оставляем на ночь. Завтра посмотрим, что там получилось. Так, ну что, у нас утро. Приятного аппетита. Спасибо. Давайте посмотрим, что у нас тут получилось. Я немножко, конечно, перепутала. Не то, что оговорилась. Это не шпинат, это, конечно же, у нас руккола. Вот что с рукколой получилось. Вот было все засыпано, да. И вот какой итог. Ну, этот укроп порезать надо. Вот эти листочки в чай пойдут. С этими палками. Ну, палки, получается, да, надо обрезать, чтобы чисто зелень была. Мы хотели почистить дно от песка, дно бассейна. У нас есть вот такой пылесос. Покупали мы его 3 года назад за 20 тысяч. И, в общем, он здесь вот так вот лопастью, как бы скажем, шевелит, крутится и задает направление. Да, вот собирает фильтр. Но потерялась кисточка. Короче, здесь торчит щеточка, вернее. И она собирает песок. Но собака куда-то утащила эту кисточку, эту щетку. Мы ее не можем найти. Она, видимо, куда-то либо закопала, либо куда-то под домик унесла. И теперь
получается, что этот пылесос абсолютно бесполезен.